Дворец Румянцевых и Паскевичей. Паскевич, Ирина, которые жили в этом дворце. Паскевичи, которые основали фабрику бумажную. Такой у них раньше быт был, столик. «Войну и мир» первый раз она перевела на французский язык. Первая женщина, которая перевела эту книгу на французский язык. Книга. Вот бы эту книгу полистать. Что раньше знали про Австралию и что сейчас. Какие были печи для обогрева. Зал. Ух ты, какой патефончик. Библиотека. Самая высокая комната, башня. Здесь был раньше часовой механизм, но механика. А теперь вот в этом шкафчике компьютерный механизм часов. Чудо техники. Чудо техники. 50-е годы. Не так уж и далеко. 1950 года написано «Фонарь железнодорожный».